зря говорят, что мужчины с Марса... У меня стрессы каждый день. А женщины с Венеры. Знаете, Фред умер в возрасте 83 лет, но он так и не смог ответить на вопрос, чего все-таки хотят женщины. Такие особенные. Я стерва-людоедка рекламного мира. Точно в яблочко. И такие непохожие друг на друга. Я думаю о том, что вы еще более сумасшедшие, чем я. Они ошибаются. Что я делаю? При чем тут холодильник? Совершают глупости. Я думаю, это не очень удачная мысль. Страдают. У вас как-то странно затуманились глаза. Неужели вы собирались заплакать? Но никогда не сдаются. Моей девушке наплевать на кольца и всякие дорогие побрякушки. Ей нужен я. В надежде хотя бы однажды сказать: «Я люблю тебя». Если это правда, когда сумасшедший ты, а не я. Романтические свидания начнутся 14 февраля в 20:30. Место встречи «Иллюзион плюс».